Добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем пневматический газобаллонный пистолет от немецкого производителя Umarex, модель Morph 3X. В комплект поставки входит документация к пистолету, сам пистолет, цевьё с планкой Weaver, приклад, а также удлиненный ствол. Чтобы модифицировать пистолет-винтовку, необходимо снять мушку. Далее одеваем цевьё. И вкручиваем удлиненный ствол. Приклад устанавливается вместо задней накладки рукояти. Помимо целика и мушки, сверху имеется планка Weaver для установки оптических и коллиматорных прицелов. Ударно-спусковой механизм одинарного действия, работает только самообзводом. Предохранитель разобщает ударно-спусковой механизм. Для снаряжения пистолета необходимо с левой стороны отодвинуть подаватель в крайнее заднее положение и зафиксировать его. Далее засыпаем шарики калибра 4,5 мм. Для установки баллона необходимо снять заднюю накладку рукояти. Ослабить поджимной винт и установить в корпус 12-граммовый баллон. Прокол баллона осуществляется путем закручивания поджимного винта. Пистолет снаряжен и готов к эксплуатации. Протестируем скорость пистолета с установленным длинным стволом. В среднем выдает около 160 метров в секунду. А теперь проверим скорость выстрела без ствола удлинителя. Как видим, в среднем пистолет выдает около 77 метров в секунду. Приобрести пистолет Umarex Morph 3X вы можете как в интернет-магазине с доставкой на дом, так и в розничных магазинах сети Airgun.
По промокоду, который мы оставили для вас в описании, вам будет предоставлена скидка при оформлении заказа. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.